Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова серии на проекте Бузин Холи Плей, это второй сервачок. И в этом ролике, пацаны, я вам расскажу о том, то, что сегодня, вот 13 число, когда я записываю этот ролик, и сегодня ровно месяц, как я играю на втором сервачке. Хочу заметить то, что я играю не совсем с нуля, то есть да, я создал новый аккаунт, но мне помогали как бы друзья, подписчики, плюс еще промокод, плюс я еще сам зарабатывал там с помощью дальнобойщиков там и так далее. То есть мне реально помогали друзья, много помогали подписчики, то есть вы мои зрители, вам за это просто огромное спасибо. И спасибо, конечно же, тем, кто юзает мой промокод. И вы также, пацаны, вводите мой промокод, потому что за него вы можете реально получить просто халявные бабки. Пишите SMM, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вкачать уровень очень легко с помощью квестов, поэтому берите, вводите промокод, проходите квесты и забирайте свои деньги. Но в этом ролике я вам покажу имущество, которое у меня сейчас есть на данном аккаунте спустя месяц. Также я вам покажу свои скиллы, покажу нашу компанию, наш бизнес там и так далее. Поэтому видосик будет максимально интересный. Подобный ролик я записывал уже, только я записывал ролик «Мои успехи спустя неделя». А сегодня будет ролик «Мои успехи спустя один месяц». Ровно один месяц я играю на втором сервачке. Вас сюда тоже, конечно же, приглашаю. Кто желает, можете приходить ко мне. Я вам чем смогу, тем помогу. Всем желаю приятного просмотра. А тем, кто кушает, приятного аппетита! Начнем, я думаю, с автомобиля. Я, получается, проживаю на Рублевке города Арзамас. Если что, это не мой дом, меня просто сюда подселили. И я здесь как бы постоянно проживаю. Начнем, я думаю, с автомобилей. И дальше уже будем постепенно как бы продолжать, так сказать. Первый автомобиль, это, получается, Porsche 911. Это 911, получается, с нитро аудиосистема. На него неончик я уже сам там, в принципе, поставил. И номера мне эти подарили, которые сейчас стоят на Поршаке. Мне эту, если что, машину подарили Америкос, за что ему просто огромное спасибо. То есть это моя первая тачка с аудиосистемой. Как бы да, это моя первая и единственная машина именно с аудиосистемой, и мне ее подарил Америкос. Я реально от нее просто балдею и кайфую. Мне она прям очень сильно нравится, и продавать я ее не собираюсь. То есть, скорее всего, я оставлю ее навсегда. Я хочу сюда еще там третий чип поставить, может быть там гидравлику. Идем дальше, получается, это тоже подарок. Мне этот гелик подарил подписчик. Здесь ничего такого нету, здесь просто нитро, там первый чип. Но самое интересное то, что здесь стоят блат номера. И это мои самые первые просто блат номера. Гелик, кстати, очень прикольный. Я не знал то, что его пофиксили. Как я и говорил, здесь ничего такого прям крутого нету. Просто гелик, первый чип нитро. Большое спасибо Алексею, который мне подарил этот гелик. Ну, реально классный подарок. Тем более, ну, мне нравится старый гелик, именно сам кузов. Едет он, конечно, неплохо, не хватает тонировочек. В него вкладывать не буду, потому что в будущем я планирую эти номера переставить. Продавать эти номера я не буду. То есть, все-таки это подарок. Они мне нравятся, тем более, у меня коллекция четверок. Если вы вдруг не заметили, то ну, у меня реально просто коллекция четверок. Ну и последний автомобиль. Я думаю, наверное, самый просто интересный и, наверное, узнаваемый. Вам со стороны кажется то, что это там пиздец какая-то заряженная машина, но на деле, пацаны, все совсем не так. Этот Magnum, если что, я покупал у Америкоса. 24 миллиона. На нем просто был первый чип и нитро. Я уже сам сюда поставил, получается, номера и поставил неоновый подсвет. В будущем я планирую сюда поставить третий чип. Пробег на нем 100 тысяч километров. То есть я этот Magnum планирую оставить себе навсегда. Я хочу на нем вкачать 100 скилл дальнобойщика. Ну а теперь я предлагаю поговорить про транспортную компанию и про наш бизнес, потому что они находятся очень рядом, поэтому я решил по такому порядку пойти. То есть вот наша транспортная компания, если что, мы ее купили тоже почти месяц назад, мы ее купили 15 числа, а сегодня у нас получается 13 число. То есть 13 числа мы начали здесь играть, и 15 числа мы уже купили себе транспортную компанию. Ну точнее, Америкос купил, это его компания. Давайте я вам покажу, сколько у нас наград, я думаю,
думаю, это самое просто интересное. 101 награда. Да, пацаны, это не прям очень много. Можно было бы больше, но мы как бы, во-первых, не роботы. Во-вторых, есть как бы тоже конкуренты. И на самом деле бодаться довольно-таки сложно, но мы, в принципе, стараемся. Сколько компания заработала за все время с процентом 12? У нас процент 12 стоит. И сейчас посмотрим, сколько заработала компания. Нихуя себе. Я на самом деле такого не ожидал. То есть почти 50 миллионов компания заработала за, получается, почти месяц. И у нас почти 30 тысяч рейсов за месяц. Бля, это жестко. Я честно не смотрел, типа, до этого. Но, пацаны, не забывайте то, что у нас как бы есть контракты. Контракт есть сейчас у вас на экране. То есть мы деньги как бы не забираем все себе, мы выплачиваем пацанам премии. Поэтому, если у вас, допустим, есть личка, если вы хотите хорошо зарабатывать, то можете приходить к нам в компанию под контракт и зарабатывать очень хорошие бабки. Я думаю, вам еще интересно, сколько я за месяц накатал, получается, на компанию, то есть 12%. На самом деле не особо много, то есть можно было бы и больше, но я считаю, то, что это тоже даже хорошо. Давайте сначала Максима посмотрим. Максим накатал, получается, 3 миллиона 800 тысяч рублей. Я накатал 2 миллиона, ну почти 3 миллиона, короче, накатал. И да, пацаны, у меня 38 уровень. За месяц я вкачал 38 уровень дальнобойщика именно с нуля. Было бы, конечно, неплохо до 40-го вкачать, но думаю, до Нового года я точно должен вкачать 50-й. Давайте я вам еще пацанов других покажу. Вот, получается, Ваня накатал 5 лямов. Вот Санек у нас тоже, Андреев работает. Вот Саша Вегас тоже катает. То есть, ну, пацаны реально у нас такие заряженные, которые хорошо работают. Им реально просто большое спасибо. Итак, теперь насчет бизнеса. Бизнес у нас находится очень рядом возле компании. То есть, вон, получается, компания. Здесь у нас находится бизнес 5 числа. То есть, мы этот бизнес держим примерно 2 недели. Финку я вам за 30 дней показывать не буду. Для этого выйдет отдельный ролик, потому что не хочу, как бы, портить интригу. Хотя на стримах иногда показываю, но, в принципе, ладно, неважно. Вот, получается, у нас бизнес 24/7 роговичах. Это у нас единственный пока что бизнес. Ну, компания, по сути, это тоже бизнес, но совсем по-другому. Ну, я думаю, понимаете. Можете приезжать, как бы закупаться. У нас очень, в принципе, адекватные цены, довольно-таки хорошие. Поэтому, кто желает, можете приезжать, закупаться. То есть, если что, это не мой бизнес. Да, он находится на мне, но это наш бизнес. То есть, его купил Америкос для нашей семьи, там, для нашей компании. То есть, мы деньги с этого бизнеса распределяем и на семью, и на компанию. Ну, и что-то я себе тоже беру на карман. Прибыль я вам показывать не буду за 30 дней. Я, пацаны, извиняюсь, но можете вот посмотреть статистику. Я вот только вот утром сегодня завез продукты, поэтому финка пока что в минусе. Но в целом, пацаны, бизнес очень даже неплохой. Тем более под наши задачи он очень хорошо подходит. Ну и последнее, о чем я хотел бы с вами поговорить, это, получается, наша семья. С ней, на самом деле, по сути, никаких изменений не произошло. У нас там только людей прибавилось, в принципе, и все. Мы наборы в семью пока что не делаем, то есть вообще не делаем. Мы принимаем только людей там со стримов, либо кто просто в игре к нам обращается. Насчет автопарка, у нас ничего не поменялось, как бы машины какие были, такие, в принципе, и остались. Никаких изменений по автопарку нету, и я думаю, в ближайшее время не будет. Возможно, там после Нового года. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Подобное видео я запишу через год. Обязательно просто подписывайтесь на канал, потому что я очень хочу до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.